дядя Федор молоко купил. Матроскин вот, целую посылку прислал. Спасите, Тычка, на нас напали, Тычка. Срочно ждем Простоквашино. Пап, надо ехать в Простоквашино. Непременно. К этой штуке прилагается инструкция. Пап, там какая-то катастрофа. Согласен, полная катастрофа. Папа, землю захватили марсианские людоеды. Очень хорошо. Что? Вера Павловна, куда же ты? Мам, в Простоквашино. Как у тебя в школе дела, дядя Федор? Да в школе каникулы, а в Простоквашино мы не можем туда поехать. Я ее поймал и зафиксировал. Бегу. Грустный смайлик. Ты, шарик, никудышный охранник. Какой-то неведомый вредитель провода в доме грызет, ферму разносит, а шарик наш в лесу с зайцами селфи делает. Ферму ты сам разнес, когда грызуна поймать пытался. А с зайцами я дружу, чтобы они у нас молоко покупали. Балбес ты, шарик! Зайцы не пьют молоко, они траву едят. Я в рекламном бизнесе недавно, понятно? Понятно, что толку от тебя, как от говрюши молока, то есть никакого. Как никакого? Да я, между прочим, специальный блок завел. Блок завел? Ты тогда на улицу жить иди. Мне блохи специальные не нужны. Мне от обычных житья не... Грызун, да я тебя сейчас поймаю! Ну что, поймал? Рыцарь тефлонский. Поймаю. У меня в голове план появился. Ой! Если она еще раз уползет, у меня голова отвалится. А я не могу без головы. Меня по телевизору показывать перестанут. Ну, может, на радио приглашать начнут. Мне же на репетицию пора. А у меня лекция через час. Дядя Федор. Дядь Федор, будь братом, посиди с сестрой. Ого, вот у кого голова отваливается. Что это? Дорогие мои мама и папа, я уехал в Простоквашино. Там моя помощь нужна. Ваш сын, дядя Федор. Ну, ловушку у холодильничка поставить, это я еще понимаю. Но в засаде на печке сидеть, это дурацкий план. Не дурацкий, а стратегический. Холодильник с печки лучше всего просматривается. Главное, чтоб грызун поверил, что мы спим. Главное, на самом деле, не заснуть. Шарик, ты опять, что ли, с печки упал? Нет, это не я. Грызун! Спасите, помогите! Ура! А я знал, что дядь Федор вернется! Здравствуйте! Из электричества все молоко прокисло. А охранечку нашему хоть бы хны. Ничего не хны. У меня, может, самого компьютер не работает, интернет. Того и гляди, он все подписчики разбегутся. Оба твоих подписчика за этим столом сидят, хипстер амбарный. А Печкин как поживает? Одичал совсем, Игорь Иванович. Людей пугает. В окна заглядывает и просит бандероль куда-нибудь отправить. Рада вы меня! Со счетов списываете. Мы теперь посылки по интернету отправленные доставляем. Во, пожалуйста. Только я вам ее все равно не отдам. И конфеты ваши не предлагайте. Ура! Электричество наконец-то! Интернет! Кажись, автоответчик ваш того. А нет, не того. Дядя Печкин, а садитесь с нами чай пить. Я печенье из города привез. Печенье я люблю. Только с посылки вот это я не встану. А мы ничего и не заказывали. У нас другая почта есть, электронная. Дядя Федор, ты мне тут звонишь? Ответь, это мои папа и мама. Дядя Федор, ты где был? Мы и тебе звонили, и Шарику с Матроскиным. Так у нас электричества не было, здрасте. А как девочка ваша, к лотку уже приучили? Вера Павловна, где она опять? Ваши детки, как молоко на плите, отвернись и убежали. Ай!
А ну-ка, прекратите распаковываться! Мне еще за доставку не расписались! Вера Павловна? Ого! Ваша Вера Павловна еще разговаривать не умеет, а телефоном пользуется лучше меня. Сама себя по почте отправила. О как! Тама-тама! Ну вот, первое слово Веры Павловны не мама, а тама-тама какая-то. Гризон! Хватай его! Да ну вас! Простоквашино! Простоквашино. Маршрут построен.